отпускать нет. Нет, ручку все время в руках держишь, только когда падаешь, отпускаешь. Все, можешь спрыгнуть, спрыгивать в воду и побалансируй, попробуй. Я еще никуда не еду, спокойно, не торопись, расслабься. Так, исходную позицию. Колени к груди, руки прямые, расслабленные, да. Две лыжи вместе. Да. Лыжи рядом. Thank you.
больше наклоняться надо вперед, когда на повороте, да? Не-не-не. Или его просто так не получается? Нужно чем больше выпрямиться, да? Да, надо выпрямиться, наоборот, только тогда легче более. Будет. Тогда не будет так ноги напрягаться. Да, что так тянут руки очень, наверное. Конечно, ну, легче же стоять ровно, чем... Да, и тогда ты тянешь руки, все тебе спину, наверное, все выдумывает. Ну как? Отлично, отлично. Только знаешь что, мне на поясницу, блядь, давит. Потому что ты вперед выклонишься, да, тебе нужно выпрямиться. Я ровно стою на ноги. А, и ровно, когда стоишь, на ноги дает? Так, отлично. Ну, молодец, давай, плыви. Отлично все сделал, молодец. Отлично проехал. Давай второй достану. Встать на ноги, поясница как-то. Наоборот, тебе надо, потому что здесь выше, не стоит. Если бы ты там выпрямил сюда, как на земле, было бы намного проще. И потом уже, когда если чувствуешь уверенность, да? О, блин, вот в этих кустах. Ну да, потому что ты едешь вот так, что такое, если показываешь это место. Это легче. Так отлично, молодец, с первого раза. Дать себе домой. На другие выходные повторить? Да. Давай Павлика ставим на лыжи, короче. Павлик, он боится. Оп-оп. Ну, отлично. Ну, начались, нужно. Понравилось? Да. Хорошо. Надо будет повторить. Ну. Запутался. Ну есть чуть-чуть. Не, ну да, конечно, там вот смотри, завтра на самом деле это самое, поболит все. Да, ну ноги тут. Каким бы сильным не был. Пробуешь встать, знаешь, оп, в пояснице где-то поджимай. Вот я говорю, тут.